С неба ангела стрела незаметно прилетела, сердце нежное нашла, обожгла, да не согрела. Сколько в этих строках нежности и страсти, горечи и боли, любви и разочарования. Ровно столько же, сколько заложено в мюзикл Кима Брейдбурга «Дубровский». Спектакль, во-первых, он не новый. Мы поставили его 15 лет назад. Вот, и спектакль уже прошел и воду, и трубы, и все что угодно во многих городах. Мы должны отметить музыку композитора, выдающегося нашего современника Кима Александровича Брейдбурга, который написал музыку очень современно. Вы услышите многие стили современные, музыкальные, совершенно органично переплетенные в драматургическое и музыкальное произведение. И мы, конечно, с вами находимся в стенах музыкального театра. Жанр спектакля мюзикл. Он подразумевает очень активное действие и хореографическое, и световое шоу, и музыкальное, и вокальное. И мне кажется, для театра областного Рязанского это большое событие. Музыкальная эклектика, между тем, гармонично создает настроение, а дух эпохи передают костюмы и визуальные образы артистов. Музыка, она достаточно диктует свои какие-то условия. На самом деле, пытались сделать как бы подлинные костюмы, но стилистика музыкальная, она диктует и стилистику костюмов, поэтому некий такой дрейф в сторону, ну, по сути дела, современного костюма есть. Там были и другие застежки, и другие там, в общем, другой крой, другие исторические особенности. Вот. И полностью повторять силуэт мы не стали, но все равно это сохраняются общие черты женские. Ну, в частности, Маша, она преображается, первое появление у нее, она девочка. Ну, кстати, и там идет и ее рост внутри. Затем она романтическая девушка. Сначала девочка, ну, ребенок, потом романтическая девушка, а потом уже она выходит замуж, у нее свадебное платье. То есть, понимаете, это три ипостаси женские. В юбилейный год поэта играть такой материал – особенное чувство для артистов. Музыка потрясающая, и я себя, например, в ней чувствую максимально комфортно. Что касается работы, режиссерских задач, то это уже, наверное, какой-то даже новый уровень для нашего театра, потому что требуется максимально эмоциональная, вокальная, пластическая, хореографическая отдача. То есть работаем, так скажем, до седьмого пота. Я, в принципе, люблю работать такие классические сюжеты, и персонаж действительно близок. Это российский дворянин, это человек, который ведом самыми что ни на есть благими, в принципе, идеями. То есть он стремится к свету, стремится к добру, к созиданию. Дубровский – это по-прежнему история о дружбе и предательстве, о любви и разлуке, о долге и чести, возмездии и прощении. Тема отцов и детей, быт и нравы провинциальных помещиков, крестьянский бунт – все это нашло отражение в ярком, эффектном мюзикле, пронизанном одновременно и лирикой, и драматизмом. Кристина Бочкарева, Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Передвижная выставка предоставлена галереей современного искусства «Башмаков Гэллери» из Санкт-Петербурга. Марк Башмаков – профессор, доктор физико-математических наук, один из самых известных в России коллекционеров произведений искусства Парижской школы. С 2015 года в Эрмитаже на постоянной основе проводятся выставки экспонатов из его коллекции. В основном представлена графика печатная и, как правило, это так называемая книга художника. Отдельно весьма интересное явление, скажем так. Это не альбом с иллюстрациями и не книга в привычном понимании этого слова. Это довольно-таки, скажем так, интересный проект, где работает не один мастер. Здесь и художник, и, собственно,
человек, который переносит изображение, ну, типографский мастер, разумеется, и пассионарный деятель, который позволяет все это, так сказать, выложить в свет. А на этой выставке представлено довольно-таки много известных имен и малоизвестных, но это не меняет того факта, что работы поистине удивительны. Печатная графика – отдельный вид искусства и весьма уважаемый. И наша галерея ставит одну из такой основных задач как раз-таки просвещение зрителя, поскольку не все знакомы с этим видом искусства и предполагают, как правило, что это либо просто какой-то постер, либо что это даже копия. Но все на этой выставке является оригиналами и собственностью владельца галереи, вот как раз-таки Павла Башмакова. Понятие «Парижская школа» ввел в обиход критик Андре Варно. Оно объединяет интернациональных художников, в основном из Восточной Европы, работавших в Париже в 1900-1960 годах. Ни до, ни после в истории искусства не было такой мощной концентрации талантов из разных концов мира в одном городе на протяжении стольких лет. Такие выставки, они всегда помогают освежить зрительское восприятие, прикоснуться к чему-то новому, тому, что мы слышали, может быть, видели в интернете. Сейчас мы действительно все, я бы сказала, изуродованы интернет-видением. Именно общение с подлинником дает зрителю полноценную радость восприятия, то удовольствие, которое получаешь от зрения, от визуального такого контакта с произведением искусства. Ну, конечно, нужно отметить, что зритель должен быть готов. Ну, элементарно, чтобы прочитать книжку, нужно хотя бы знать грамоту. И также и восприятие искусства. Оно требует особой чуткости, особой подготовленности, приятия материала. То, что нам предлагает автор, тот или иной, это его выражение мира, это его творчество, то, что он создает свой мир, который дарит нам. И, конечно, в зависимости от нашего уровня подготовленности мы сможем получить больше или меньше радости, удовольствия от общения с подлинным произведением искусства. Выставка разделена на 6 тем: «Мой Париж», «Россия, Франция», «Линия, форма, цвет», «Душа цирка», «Мир природы» и «Великие книги человечества». В экспозиции 60 авторских произведений различных техник печатной графики: литографии, ксилографии, афорта, пошуара, гелиогравюры. Все они являются оригиналами, некоторые из них существуют всего в нескольких экземплярах. Выставка печатной графики художников 20 века под таким названием будет открыта в Рязанском художественном музее с 6 июня по 18 августа 2024 года. Более 10 лет, если сказать точно, 12, Таганрог и Рязань стали добрыми друзьями. И ежегодно наш театр бывает с гастролями в Рязани и по традиции театр в Рязани в Таганроге. Мы всегда ждем этих встреч, мы всегда рады видеть прекрасный коллектив на нашей клинический случай – доходное место, час тишины. В этот раз жителям Таганрога Рязанский театр драмы привез лучшие комедии из репертуара. Встретили труппу, как и всегда, на ура. Наши зрители, вы 4 дня купали нас в эмоциях, в аплодисментах, в цветах. Сегодня на первом спектакле детском это просто какой-то, не знаю, гора цветов. Огромное спасибо вашему теплому городу и огромное спасибо этому театру. Я думаю, что мы и дальше будем дружить. До новых встреч. Спасибо. Полные залы, абсолютные аншлаги. В Таганроге театр драмы из Рязани знают, любят и ждут. Для детской аудитории артисты сыграли «Царевну лягушку» и попрощались с южным городом до следующего окончания сезона.